Всем привет, ребятки, с вами Киллер. Сегодня мы с вами, наверное, заканчиваем проходить Layers of Fear. Я знаю, он задолбал, наверное, хотя, кто знает. Что это? Что это за звуки? Так, это мы... Девочка, ты чё? Расслабься. Trial and error. Методом проб и ошибок. Открываем. Здравствуйте. Предпоставьте мне финал. Или как-то так. Я не знаю, куда идти, ребята. Лаг! Подлагнул, значит, что сейчас будет, наверное. О, давит, ребята, давит. Это атмосфера просто ужаса и непонятного чего-то там. Лабиринты. Лабиринты, мать твою. Я надеюсь, мы закончим проходить эту игру. Кухня. Более уютное место. О, яблочки. Костерчик. Камин. Ура, мне нравится. О, господи, боже мой. О, господи, боже мой. Что-то сейчас будет, наверное. Оу! Знакомая картина? Вау. Господи. Не пугайте меня так, пожалуйста. Можно домой, можно домой. Что это за звуки? Ну ладно. О. А, ёпарасоте, крысы, мыши. ФПС проседает. Горим, мы горим. Пожарные. Где пожарные? Вызывайте пожарных. О, я кого-то слышу, ребята. Это знакомые звуки. Слышите, да? Баба ревет. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Слышите, да? Что-то за этой дверью, наверное, будет. Вау. О, привет! Ну ты не иди ко мне-то, а, девочка. Или на, или нужно все-таки? Давайте попробуем. Он так страшно преследует. Мне пришлось на паузу поставить, тут у меня кое-что было. Ну да ладно. И все? О, улица. Выпустите меня на улицу. Опять Don't Look Back. Это то самое место, я помню. Я помню. Помните, мы там обделались? Помните. Ой, ой-ой-ой. Ладно, прыгаем. Прыгнули. Темно. Темно. О. Вау. Вот это да. Так. Что-то тут нужно крутить, наверное, да? Или нет? И нам просто нужно пойти дальше. И открыть эту дверьку. Боже, что это за игра? Я уже боюсь. Что это за черная хрень? О. Лагает чуть-чуть.
Is that her? Бинты, что ли? Can she hear us? Что это? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Походу, наша жена сгорела. Типа. Сможешь ли ты вновь срисовать? Рисовать. Опять что-то? Опять какая-то головоломка. Пожалуйста, только не это. Я не хочу головоломок. Ага. Блин. Уважаемый господин, моя жена с удовольствием сыграет на вашей свадьбе. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы обсудить детали. Наш номер 363-853. Кстати, ко знакомой цифры. Надеемся на ваш скорейший ответ. Так. Значит, что-то тут лежит, сто пудов. Мне вот это... Чё это за чушь вообще? Здрасте. О, ребёнок. О, господи. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Знакомое место, кстати-ка. Ну да ладно. Давайте мы пойдем дальше. Ребенок. Кресло. Светло. Что тут нужно сделать? Что-то ничего не понимаю. Ванна. Ножик. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Суицид, что ли? Что-то по-любому. Держу пари, ё-моё. Так. Толкан, закройся. Ты мне не нужен. Сольём бачок. Так... Что-то? Что я то? О. Примем ванну. Рассмотрим. Протрезвели. А, нужно зажать, наверное, да? Давайте. О, привет. Привет. Давай помиримся. Что это за, не понимаю, какая-то колдовская жидкость? Что-то новое. Давай, видение. О, ребенок твой. Он сейчас тебя зарубит. Вижу, у него какая-то палка. Давай, грей его по голове.
проседает. Что-то опять, да, тебя пропирает. Finally, someone had to bear witness. Глаз. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Давайте мы подотремся чуть-чуть нашей бумагой. О, это мы где? Шашечки. Боже, мне эти звуки не нравятся, ребята. Что нам делать? И тебя. Я готов. Давай. Прыгай на меня. Куда это-то нужно прихреначить? У нас-то банка с глазом. О. Это типа шашечки? Шашечки. Они летают. Ё-моё. Поиграем в шахматы? Шашечки? Ты как так сходила-то? Наверное, сна... Тебе нужно выиграть шашки? Или чё? О, привет. Хочешь банку с глазом дам? Криза? И вообще-то белые ходят первыми. Вроде бы как, да. Так что ты не по правилам играешь. Да-да-да. А что нужно сделать-то? Во. Ты... Это что такое? Ты вообще играть-то умеешь, а? Ты что делаешь? Что такое? Еще одну, что ли, шашку тебе найти? Что-то я не понял. О! Опять? Хм. Вообще без понятия. Ребят, я тут бегал, короче. Не знаю, я поставил на паузу, чтобы, когда я собрался монтировать, собственно, поставил на паузу, чтобы сильно много не жрало памяти, чтобы долго там не загружался проект. Короче, я посмотрел, вот, блин, тут шашка была вот на этой чертовой, блядь, кровати. Нам, собственно, нужно сейчас подойти сюда опять. И что? О. Тихо, эпилепсию получить же можно. Ну как получить? Наоборот. Не надо получить эпилепсию. Но я только... Короче, ё-моё, чё я несу вообще? Чё-то я несу. И что? О! Класс! Наконец-то. И, ребят, знаете, сколько? Я тут, наверное, минут 30 просидел. Это, ребят, серия будет реально, наверное, длинной, потому что я хочу до конца уже дойти на котел. Обратно, что ли? Опять! Ходи давай. Туалет с яблоками, классно. Унитазик. О, мне показалось, или шашка летала? Мне показалось. Ну вот, я тут. Ну и... Вот она. Классно. Не прошло и вечности.
больной, что ли? Что там читаешь? Сатанинские эти? Я так же умею. Опять шашки. Или нет? О, я ненавижу эти шашки. Я просто терпеть не могу шашки. Не могу. О. Кухня. Что это за звуки? Я боюсь. Записка. Ты хоть знаешь, с кем играешь? Неа. Допустим, нет. О. Кто это? Сейв. Нужен код к сейву. Так. Конечно, ё-моё, я не могу просто... О, привет. Чё такой дерзкий? Как пуля резкий. Ничего не понимаю. Я тупой, ребята. Походу, да. О. Вау. Наконец-то. Так, может тогда что-нибудь вот по-любому? Тогда везде вот что-то тут у нас лежит. Ладно. О, 21 килограмм усь. О, пошло. Ну хватит, а, выпустите меня уже. Ну хватит, а. О, кресло. Ты ожила? А, нет, ты так и стояла вроде бы. Лестница сгнила. Сатика. О, привет. Оу. Жиза. Я думал, мне тут чувак... Вау. Музыка? Ты оделась еще. Одна белая осталась. О! Все! Наконец-то! Вау! Вау! Yes! Жена? That's it! Ой, его руки. Классно. It's beautiful. Perfect. Первый раз мы увидели его руки. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I'm so close. This time, I almost had it. Так вот. И где мы? Классно, руки. Наконец-то я увидел его руки.
Вау. Ну что же, когда конец-то? О! Смотрите-ка, чё? Мы вернулись же. А, это изначало, да, это комната изначало, точно. Мы тут вначале были. Алло! О, ключ. Так. Чё сейчас будет, у меня жопа чувствую прям. Прям жопа чувствую, да. Даже музон из меню заиграл. Ну, боль такой, знаете, похожий. Только чуть-чуть в другом исполнении. О! Кстати, когда мы ж эту... Нет, это что-то другое. Бежим обратно, значит, что? Начало, что? О! Да-да-да-да-да. Я знаю, каким ты себя ощущаешь, потерянным, одиноким, безнадежным. Вероятно, что я заслужил. Даже если у тебя есть шанс... А, это мы читали же. Так. Наконец-то, блин. Там вряд ли что-то есть. А хрен тебе, да? Хрен ты выйдешь отсюда. Тебе что-то нужно найти. О, свет. Дали. Спасибо. О! Дыши глубоко, помню, ты профессионал. Всего несколько первых мазков, потом можешь напиться в стельку. В чем этого сложного? Это сложно. О! Все! Наконец-то! Ёпарасоте, блин! О, все, блин, да! Наконец-то, ребята! Тут, кстати, три концовки. Да. Я как-нибудь потом пройду на все концовки. Как-нибудь так может быть. Но снимать я вряд ли буду. Потому что вам это, во-первых, не очень интересно. Посмотрят меньше. Что сказать по поводу игры. Игра реально четкая. Мне лично реально понравилась. То есть атмосфера просто реально давит жестко на тебя. Ты, блин, дезориентируешься как-то так. Короче, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Киллер. Это был Lairs of Fear. Конец, финал. Всем пока.